медленно подними руки. Отошел от нее. Подними руки. Что вы ему ввели? 4 кубика атропина и 6% флакон валювена. Это уже после основного препарата? Да. Хорошо, наблюдайте. Только что сообщили о перестрелке и разгерметизации в салоне. Врачуют обратно. Это не по плану. Призрак вышел на связь? Уже почти час ничего не слышно. Если бы был жив, уже нашел бы способ связаться. В каком районе был самолет? Недалеко от Воронежа. Они только взлетели. У Лыкова там есть люди. Хорошо, отправляй их. И пусть проверяют эфир. Полиция, МЧС, скорая. Везде, где он мог проскочить. Угу. Иди. Если будут новости, сообщи. Четыре кубика атропина. Интересный эффект. Я дам команду остановиться. Я же сказал, наблюдайте. Сейчас все решим. Парень, ты держись. Ну, где вы там? У меня тут человек помирает. Так, что делать-то? Парень, ты живой? Костин, ты что так поздно? Серег, слушай, у меня тут парень на парашюте упал. Самолет, кажись. Он без сознания. Что делать-то? Он живой вообще? Холодный почти. Умер, что ли? Нет, живой вроде. Документы есть? Сейчас посмотрю. Слушай, у него тут шприц какой-то. Медицинский. Ампулы. Ампулы? Может, лекарство? Вколю ему? Давай, попробуй.
Ты чё? У тебя... Ты как? Голова кружится? Зовут как? Не помню. Куда дел? Тебе же и вкололо. Вон ты очухался только. Я тебя спас практически. Эй, парень, ты куда? Ты куда на ночь глядя, парень? Богданов был здесь. Он обеспечил нам безопасную дорогу. Сейчас он дома усиливает охрану. Тебе больше не о чем волноваться. Я не волнуюсь. Ты что, думаешь, на меня будет второе нападение? Сразу после первого? Не надо так говорить. Никаких нападений больше не будет. Мы едем домой. Нет, домой я не поеду. Вера, у тебя шоковое состояние. У меня все хорошо. Вера. Он убил твоих охранников. Сейчас не время принимать поспешные решения. Вера. Это обдуманное решение. Я просто не хочу потерять контракт, за который я отдала 5 лет своей жизни. Вера. Все, стоп. Оба охранника мертвы. Призрак выпрыгнул с парашютом. Экипаж и Лурье не пострадали. Как? Как это возможно? Он же был в самолете. С ним что-то не в порядке. Он убил охрану и ее оставил живых. Может, она там где-нибудь спряталась? Где? Где там можно спрятаться? Да и нашел бы он ее. А как скоро мы до него доберемся? Лыков уже отправил своих людей. Сказал, в течение пары часов. А что с Лори? Где она? Дома. Ларсон будет очень недоволен. Это должно было быть образцовое задание призрака. Как раз об этом. Ларсон, он... Нет. Нет, скажи, что меня нет на месте. Я ему перезвоню. Он уже тут. Ожидает переговорной. Зачем вскочил? Отлежался бы еще. Где ты меня нашел? А вот здесь. Вон парашют до сих пор висит. Город где? Какой? Ближайший. Да вон там. 6 километров. Да зачем тебе город-то? Сейчас сядем в лодку, я перевезу тебя на тот край озера. Там аэропорт недалеко. Там разберутся, кто ты и откуда. Ну ты как? Лады? А это еще кто? Ты постой пока. Рыпаться не будет, останется невредим. А вы кто? МЧС. Вызывали? Это твой парашютист? Вот за тобой спасатели приехали. Сейчас в больницу тебя отвезут. Там ты авось и вспомнишь, кто такой. Спасибо. В машину садись.
головой приложился. Что не помнит ничего. Я у него шприц с лекарством нашел и укол сделал. На базе есть кто-нибудь, кроме тебя? Скоро подъедут. Добрый день. Добрый день. Не ожидал вас увидеть. Сам не ожидал, что приеду. Изучал ваше достижение? Впечатляет. Благодарю. Это результат долгого и кропотливого труда. Не терпится увидеть ваше достижение в действии. Особенно после того, как призрак не справился с заданием. Я бы сказал, у нас произошел технический сбой. Вы сказали, что это будет идеальное убийство. Призрак незаметно введет яд в велюре и исчезнет. В итоге? А происшествием самолет написал все, кому не лень. Лурье не первое задание призрака. И поверьте, со всеми предыдущими он справился блестяще. Возможно. Но чтобы купить ваш разработках и предлагать их очень серьезно клиентам, я должен быть 100% уверен. А пока это не так. В физическом плане призрак намного сильнее и выносливее любого солдата. Уже 10 лет назад у меня были эти разработки, и тогда мне предлагали колоссальные деньги, чтобы я их продал, но я этого не сделал. Господин Ларсон, я ученый. И научный интерес все время толкает меня вперед. Я никогда не хотел создать марионетку, которая бездумно выполняет приказы и не понимает, что она делает. Я стремился создать универсального, идеального солдата, который физически силен, опасен и в состоянии сам принимать решения в критических ситуациях. Такой солдат не может ошибиться. Однако же он ошибся. Любому механизму нужна обкатка. Это естественная часть рабочего процесса. Дайте мне время. Мы исправим ошибки. И вы увидите максимум того, над чем мы работаем. А уже после этого принимайте решение. У вас есть 48 часов. Благодарю. Вообще ничего не помнишь? Имя, откуда ты? Алло, гараж. Глухой, что ли? Имя помнишь? Ничего. Хотя в целом ведет себя как здоровый. Ага. Давай. Мне нужен телефон. Кому собрался звонить? Верните налево. Мне нужен телефон. Не дергайся. Мне нужен телефон. Сядь, тебе сказали. Мне нужен телефон. Останови машину.
Он убил обоих охранников и выпрыгнул из самолета. Стюардесса все видела. Может подтвердить. У вас есть подозрение, кто это мог быть? Нет. Но может это как-то связано с вашей работой? Я не знаю. Вот спросите у Олега Анатольевича. Он начальник моей службы безопасности. Он лучше меня знает, кто хочет меня убить. Господа, Вера Андреевна устала после такого. Надеюсь, вы понимаете. Давайте закончим на сегодня. Мы с вами еще свяжемся. Да. Проводи. Всего хорошего. До свидания. Кто это такие? Не обращай внимания. Это формальности для Следственного комитета. Я не хочу видеть эти формальности в своем доме. Во сколько мы завтра улетаем? Я должна сообщить Стивену. Вера, мы с Сингой обсуждали. Сейчас не лучшее время для полета. Вера, я не хуже тебя знаю, как важна эта сделка. Но сейчас твоя безопасность важнее. И мы не можем ее гарантировать. Я лечу в ЮАР, чтобы получить контракт на разработку крупнейшего в мире месторождения алмазов. Никто сейчас не может гарантировать мою безопасность. Вера, послушай меня. За 10 лет, что я на тебя работаю, это первый раз, когда они подобрались так близко. Это бы не случилось без человека изнутри. Значит, нужно проверить всю систему безопасности. А это займет время. Я понимаю. Но я готова пойти на этот риск. Вер, приди в себя. Не будет никакого контракта, если ты будешь мертва. Если я не полечу, контракта тоже не будет. Они подождут тебя. Ты же официально победила в тендере. Тендер? Это только формальности. Все решается не на официальных мероприятиях, а в кулуарных беседах. Я должна там быть и предложить им лучшие условия. Вера, ты забываешь, что теперь несешь ответственность не только за себя. Олег. Да. Я не знаю, кто сливал информацию, но ты единственный, кому я могу доверять. И ты должен мне помочь. Доставь меня в Йоханнесбург любым способом. Постараюсь сделать все, что в моих силах. Сообщу, когда будут новости. Олег, да? Мы же договорились. Ты сам мне говорил, что... Во-первых, я прошу вас не обсуждать что-то за моей спиной. А во-вторых, я уже приняла решение. Надеюсь, это понятно? Слышите, у нас тут нельзя сидеть просто так, заказывать надо. Алло. Мне нужен ваш телефон. Угу. А давай сразу к тебе. Дайте мне ваш телефон. Ненадолго, я верну. Вов! Вова! Тут мужик какой-то неадекватный. Иди разберись.
Да, деньги уже у меня. Что ж такое, придурок? Алло, да. Извините, я уже еду, но я не знаю, сколько времени дорога займет. Сейчас посмотрю на меня. Стойте, стойте, подождите. Сейчас навигатор посмотрю. Да, пишет 8 часов. Стойте, не вешайте трубку, дайте я с ним поговорю, пожалуйста. Хотя бы несколько секунд. Спасибо. Стой! Стой! Отдай телефон, придурок! Отдай телефон! Отдай телефон, я тебе сказала! Ах ты, скотина! Верни мой телефон, мудак! Слушай, ну пожалуйста, ну верни телефон, ну я тебя прошу, это вопрос жизни и смерти, слышишь меня? Господи, ну что ж ты за придурок-то за такое, а? Дай мой телефон! Пару часов он доберется до схрона. Вы должны быть уже там, когда он приедет. Будем. Куда мы денемся? И запомни, Лыков. Он мне нужен. Живым и невредимым. Без переломов, без простреленных ног и всего прочего. Может, мне еще и массаж сделать? Лыков, я серьезно. И я серьезно. Он троих моих ребят замочил. Сколько мы еще с ним? Столько, сколько нужно. Берете его живым и невредимым. Ясно, отбой. Что делать с тачкой? Избавьтесь от нее. Понял. Поверните направо. Прибыли. Пошел ты. Думаешь, я тебя здесь ждать буду?
Не дождешься, тварь. Быстро звонил, и кого он там? Я не хотел. Не бойся, я тебе вреда не причиню. Уходи. У тебя ключи от машины. Кто это? Иди за мной. Парень сюда привез, придурок конченый. Короче, привез, а-ля романтик, а потом мы поссорились, он свалил. А я вот теперь как хочешь отсюда, так и выбирайся. Ой, а может быть, у меня на своей большой машине отвезет? Куда-нибудь. Какие у вас глаза красивые. И прытка красивая. А как вас зовут? О, стой!
быстро в машину. Ушел. Шкрон пустой. Добрый день. Вам повезло стать участниками государственной секретной программы подготовки элитных подразделений. Все, что вы увидите, все, что вы услышите здесь, не подлежит разглашению. Первое, что от вас требуется – дисциплина. Второе. Ты меня слушаешь. Мы знакомы, призрак. Ты работаешь на меня. В самолете что-то пошло не так. Ты не выполнил задание. Какое задание? Ты должен был вколоть Лурье то, что сейчас в тебе. Это медленно действующий яд. Сначала ты почувствуешь легкое недомогание, головокружение. Ухудшение зрения. Потом прогрессирующий паралич, асфиксия, смерть. Противоядие есть только у меня. Ты должен вернуться. Мы давно работаем вместе. Я вложил в тебя очень много сил, призрак. Если бы я хотел тебя убить, я бы сделал это много лет назад. Но я, наоборот, хочу тебя спасти. Пойми, возможно, я единственный, кто знает всю твою историю. Ты ведь хочешь знать, кто ты? Откуда? Ты хочешь знать свое прошлое? У меня нет прошлого. Ошибаешься. Прошлое есть у всех. Возвращайся, и ты его узнаешь. Ты не можешь скрываться в вечность. Даже если мои люди тебя не найдут. Тебя убьет яд. Остановись на трассе. Тебя подберут. Логика и мышление у него в порядке. Однако меня он не помнит. Иначе задавал бы другие вопросы. Возможно, это даже и хорошо. Мы его упустили. А это не важно. Все равно я наперед знаю каждый его шаг. Он нашел фотографию Ермолова. Значит, возможно, захочет с ним связаться. Отправить к нему Лыкова? Нет. Лыкова отправьте. К тому мужику, который нашел призрака. Понятно. А к Ермолову кого? Готовьте инъекции. Чувак, а кто ты такой вообще? Ну, как тебя зовут хотя бы? Я Алена. Я не помню. В смысле не помнишь? Не помнишь, как тебя зовут? Что ты вообще про себя помнишь? Там, кто ты, откуда? Смутно, почти нет. А эти люди, которые за тобой ходят, кто они? Ясно. Молодец, Аленушка, нашла себе попутчика. Какие самые распространенные мужские имена? Много разных. Андрей, Саша, Паша, Егор, Антон. Антон. Кажется, Антон. Дальше. Обход территории. Делать подвой. Каждые 10 минут. А любому, кто ошивается вблизи периметра, докладывать мне лично. Всем все ясно? Я. Вперед за работу. А почему ты сказал Вере, что она может полететь? Да потому что она все равно улетела бы. С нашей помощью или без. Лучше уж с нашей. Очень интересно.
Что? Тот стюарт, который на нее напал. Оказывается, это ты одобрил его кандидатуру. Ну, конечно. Все проходят через меня, кто имеет непосредственный доступ к Вере. Но из всех других ты выбрал именно его. Да, его. Нужно было из кого-то выбирать, а он хорошо проявил себя на собеседовании. Это очень странно. Что? Что я пробила его по другим базам, и оказалось, что никакого опыта работы с стюартом у него нет. И что? То есть ты это знал? И все равно его взял? Я доверяю своим источникам. Сомнительный аргумент. А к чему все эти вопросы? Ты меня в чем-то подозреваешь? Ты сам сказал, что без человека изнутри им не удалось бы это организовать. Вот как. А может, ты этот человек изнутри? Неприятно, правда? Когда тебя обвиняют без причины. Я просто забочусь о ее безопасности. Инга Валерьевна, ее безопасность – это моя работа. Похоже, ты с ней плохо справляешься. Давай посильнее дёрни. Почти. Давай. Он тебе что-нибудь говорил? Кто он, откуда? Так он же не помнил ничего. Нет, не говорил. А, когда в бреду лежал, все звал кого-то. Кого? Имя называл? Да вроде женщину какую-то. Так не вспомню. А, Рита. Рита, по-моему. И стонал. Все время. Больше ничего? Нет, ничего. Он когда в себя пришел, не говорил. Все готово. Ждите у машины. Хорошо. Пей чай, остынет. Угу. Иди отсюда, мне ничего лопаком не надо, обычно 30 беру, но вам без плана. Иди отсюда. Свали. Мальчик, свали! Спасибо. Спасибо. Твой кумир? Ты тоже детишкам помогаешь? Знаешь его? Медийный чувак. Филантроп, что-то такое. Чем?
Какое сегодня число? 16. Завтра я должен быть в Москве. На поезде 6:00, на самолете вообще быстро. Можно съездить, посмотреть, что с билетами. Нет. Мне нужна машина. Документы у тебя есть? Документов нет, деньги есть. Какие еще 40%? О чем ты? Как у тебя язык поворачивается говорить мне такие цифры? Я одна создала эту компанию. Ты ничего не сделала. Я занимался твоей личной жизнью, пока ты занималась работой. Вот как раз с работой у меня все прекрасно, а с тобой полный кошмар. Дорогая, мы разводимся только из-за тебя. Ты инициатор, не забывай об этом. Конечно. Я, как всегда, во всем виновата. А вот ты чистый, пушистый, белый. Все, это была ошибка, говорить с тобой без адвоката. Ты меня так бесишь, что превращаешь в полную дуру. Этот развод меня измотал. Тебя измотала сделка и жизнь в вечном напряжении. Давай, пожалуйста, без нравоучения. Не доверяешь? Да. Я подняла документы. Тот стюарт, который на тебя напал. Богданов взял его в штат. У него не было ни опыта работы, ни рекомендаций. Богданов даже особо его не проверял. И кажется, ему больше нельзя верить. Богданов? Он на меня работает больше 10 лет. Его могли подкупить. Нет, не может быть. Вер, ну просто подумай об этом. Выбирай. Михалыч! Ау, выходи, я тебе покупателя привезла. Ох, елки зеленые. Здорово, курица. Как ты? Да что у меня сделается? Ты-то как? Че приехал? Путем все, тачка нам нужна. Знакомься. Приятель мой, Антон. Здорово. Какая тачка нужна? То, что доедет до Москвы. Ну, это вам тогда не ко мне. Да я шучу, есть у меня пара экземпляров. Слушай, это дело такое. У Антона ситуация сложная. У него документов нет. Вообще никаких. Только деньги. Ну, когда деньги, эта ситуация не сложная. Пойдем, покажу. Ну вот, неплохая тачка, маневренная, а движок просто зверь. Кстати, без капремонта. Люк, салон велюр, магнитола. Сколько? 500. Михалыч, ну ты что? Ну ладно, 250. Аптечка есть, что принести? Ничего не надо. Сейчас водички, подожди.
Послушай, мне нужна твоя помощь. Довези меня до Москвы, я заплачу. Довезу, но мне тоже нужна твоя помощь. В чем? Мне тоже надо в Москву, у меня там встреча. С нехорошими людьми. Мне надо, чтобы ты пошел со мной и подстраховал меня. Мы не такие, как за тобой охотятся, но похожи. Ясно. Поедем на этой машине. Мы уже в розыске. Это лучшее. Испытуемые, встаньте. Всем ввели раствор, который вы сказали. Первый и третий гемодинамически стабильны. Отлично.